Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. И снова вторая среда месяца. Это значит, что мы с вами встречаемся два раза в месяц, как уже э, завели правила буквально, наверное, месяц назад. И э, на этом вебинаре я вас познакомлю со, с теми новостями, с теми событиями которые у нас произошли, действительно происходит очень много, потому что тот, кто не был на вебинаре о Вьетнаме, о поездке от наших коллег во Вьетнам, и я думаю, что многие из вас присутствовали на вебинаре и на выступлении видео вещания Владимира Маслова, всем рекомендую посмотреть. Ольга... Наш неизменный боец по тезисам все подготовил уже в виде тезисирования. Я их дублировать не буду, потому что на самом деле, друзья, информации очень много, которую сегодня хотелось бы донести. Она касается именно развития уже на африканском континенте. Но для начала, естественно, мы хотели бы осветить то, что у нас происходит сейчас по России. То есть был проведен цикл конференций, и в том числе, друзья, прошла Уральская конференция, которая где еще могла пройти, кроме города Герой Екатеринбург. Я могу сказать, что эта конференция подготовлена на высочайшем уровне. Мы уже фактически полностью забили и инвесторами, и людьми, которые уже только присоединяются, и те, кто долгие года участвует в проекте, фактически полный зал присутствовал на конференции в Екатеринбурге, то есть вы видите тут, так скажем, что есть факт, то есть факт, не приукрасишь, не соврешь. И это действительно радовало, потому что было очень много вопросов, вопросы по токенизации с нетерпением сами. Ждем все документов, то есть до конца этого месяца, максимум начала декабря документация, я думаю, что будет выложена, но точно, наверняка, я сказать не могу, друзья, потому что это зависит не от Skyway Capital, именно как члены правления и все люди, которые помогают вам в многих процессах. Это дело, которое курирует именно головная компания, именно наши арабские партнеры, арабские коллеги. И, соответственно, с нетерпением ждем новостей. Я также произносил, что с конца июня 2018 года я за это направление не отвечаю, так как, собственно, все было передано головной компании по... По просьбе наших арабских коллег, так как наша система в какой-то мере не удовлетворяла, не удовлетворяла по применению солнечной энергетики и увидели на сайте, что также по солнечной энергетике будет связка в блокчейн. Поживем, увидим, с нетерпением ожидаем этих документов. То есть я предполагаю, насколько много вопросов у наших инвесторов по этому направлению, ну и более того, головная компания сделала лист на часто задаваемые вопросы по блокчейн тематике и, соответственно, всем рекомендую ознакомиться, пройти, потому что здесь фактически на многие вопросы даны ответы и зачем их повторять, как говорится. Ознакомьтесь, ссылку я сбросил. И если вдруг останутся вопросы, то задавайте, с удовольствием будем их собирать и задавать, соответственно, представителям головной компании, IT-департаменту, маркетинговому продвижению, потому что, естественно, компания, я думаю, что готовится и выходу на внешний рынок, то есть это будут далеко не только наши инвесторы, но это мои предположения. Друзья, если уже заговорили про блокчейн-тематику, то я могу сказать, что минутка футурологии такая на нашем вебинаре, как без нее, что на днях буквально произошло то событие, которое я могу сравнить как подготовка человечества в будущем к созданию общепланетного транспортного средства. То есть это веха, высшая веха, это апогей всего научного труда инженера Юницкого и из-за чего, в принципе, и был создан транспорт, я имею в виду создание общепланетного транспортного средства, по моему личному убеждению, Невозможно будет это функционировать без... Я сейчас не буду такой термин называть как блокчейн, потому что сейчас на самом деле называют подобные технологии Distributed Ledger Technology, то есть технологии распределенного учета. И так и будем называть, но тем не менее, как бы это ни называлось, без максимальной защиты, без максимальной децентрализации, без связи Земля-космос, ближний космос, именно в сфере э, децентрализованного распределенного реестра э, невозможно будет э, Эффективное и безопасное функционирование ОТС ⁇ это сугубо мой взгляд как человека, который предполагает и выдвигает некий прогноз в этой сфере. Так вот, друзья, на днях было совершено то, что ожидали многие, и то, что, естественно, не получило такую огласку, потому что мир еще к этому не готов. Первый спутник с НОДОЙ в ближнем космосе был запущен к компании которая готовила года и, собственно, это свершилось. Первая нода в космосе появилась. Сколько будет нод на общепланетном транспортном средстве и как это будет связываться с Землей, как, через какие виды каналов, связи. Это, естественно, покажет будущее, не ближайшее будущее, но наше будущее, наша стратегия развития, на которую все мы с вами ориентированы так или иначе, потому что это апогей развития технологии Skyway и уже перехода к концепции SkyVault, то, что Анатолий Эдуардович Юницкий описал еще давно в труде, в, в труде под одном из моих самых любимых научных исследований Юницкого, это подписание программы Экомир. Всем рекомендую прочтению. Всегда, друзья, я советую ознакомиться с этим документом, особенно те, кто присоединяется к нашему проекту, имеют счастье входить на том этапе, когда уже многое сделано. Так вот, друзья, я могу сказать, что сейчас нам не страшны угрозы, если вдруг отключат интернет, и, соответственно, головная компания будет использовать системы распределенного реестра, учета данных в подвижных составах. Многие задавали вопрос, а что будет, если это отключат электричество, отключат интернет. Друзья, с помощью подобных технологий можно будет продолжить функционирование. И даже без интернета на Земле. То есть это действительно прорыв в науке, в блокчейн-отрасли. Э, блокчейн, э, и это то, что на самом деле готовит мир сегодня, не зная того, что через 30-35 лет уже человечество не представит себе вообще жизни без общепланетного транспортного средства. Это одна из моих любимых тем, друзья, поэтому я не мог ее не затронуть. Я говорю именно про общепланетное транспортное средство, ну и, естественно, блокчейн моя любимая тема. И э, было много вопросов вот на Екатеринбургской конференции. Кстати, могу сказать, что... 350 человек ориентировочно присутствовало на этом событии. Это было событие платное. То есть, мы до сих пор, до, до, до сих пор э, требовали, чтобы все конференции были не бесплатными. Потому что, естественно, сейчас мы находимся на таких этапах развития, что зимой, я думаю, мы увидим уже такие серьезные телодвижения, и причем они уже и происходят, но просто их нельзя на сегодняшний день освещать, потому что стратегические партнеры и, соответственно, на уровне государства это, видимо, каким-то образом не одобряется в средствах массовой информации именно освещать, потому что все идут такой неспешный поступью и шаги нужно совершать абсолютно логичные, абсолютно последовательные, дабы не повторить тех ошибок, которые были допущены при развитии адресного направления и при развитии всей концепции Skyway в Индии, в Индонезии, собственно в Арабских Эмиратах. Невозможно просто допустить подобных ошибок. Поэтому, друзья, можем сказать, что там все активно развивается и новости, естественно, будет говорить только головная компания, но и своих новостей, которые, друзья, мы не можем не создавать, не генерировать, потому что развиваем Skyway в рамках Skyway Capital действительно по всей планетке и, соответственно, своих новостей тоже хоть отбавляй. Я могу сказать, что многие спрашивают. Европейской конференции общей, она пройдет, я думаю, что по традиции в высоких Татрах в январе, в феврале, будет объявлено позже. По общей российской конференции мы, друзья, сейчас не имеем права Анатолия Эдуардовича вырывать из графика той подготовки, 20-часовой, 24-часовой фактически работы всех конструкторских бюро и всех сотрудников, которые создают подвижные составы, которые создают нового вида путевые структуры, на конференцию время отнимать нельзя у Анатолия Эдуардовича, поэтому э, я думаю, что на год, либо на полгода отсрочится это событие, э, потому что, естественно, на общероссийском событии, где будут присутствовать и все страны СНГ, э, по идее, должен присутствовать и генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии», создатель инженер, изобретатель и Леонардо да Винчи нашего времени Анатолий Эдуардович Юницкий. В этом году подобного размаха события, да и, собственно, бюджет на сегодняшний день мы видим нецелесообразным расходовать в подобном плане на именно проведение российской конференции, потому что не уверены, что там будет огромное количество людей, которые только-только будут присоединяться к проекту. Поэтому сейчас мы сфокусировались на совершенно других странах, которые до сегодняшнего момента не развивались абсолютно. Я говорю про африканские страны. И, друзья, вы помните, наверное, мои слова, когда, собственно, мы уже подходили к такому выдыханию, и у кого-то открылось второе дыхание, кто-то побежал еще в этот марафон Skyway по развитию замечательной технологии и проекта. Но, к сожалению, многие российские наши лидеры того времени, они чуть-чуть подостали и эстафету, действительно вот этот, этот олимпийский огонь Skyway перенял и Франтишек Солар, и собственно мы с Сергеем Анатольевичем активно помогали с Виктором Бабуриным, на тот момент даже Виктор ездил на конференции европейские, и это дало свои результаты, рекордные показатели привлечения инвестиций, Европа доказала, что она может даже в виде небольшой страны Словацкой республики, потом подключилась Чехия. И сейчас мы понимаем нашу ответственность, насколько нам нужно создать и в плане привлечения инвестиций, и в плане подготовки платформы, площадки, юридически финансового механизма для реализации адресного проекта, даже первого адресного проекта, который мы заявили, сан Бернандина, это, соответственно, должен наблюдать и знать весь мир об инициации того или иного адресного проекта. Поэтому был охвачен и первые рекордные, опять же, показатели инвестиций после нашего европейского направления, которое показывала Словацкая Республика, показал в прошлом месяце Вьетнам. То есть это не факт, друзья, потому что этот эффект продолжается и в этом месяце, что именно после конференции, после конференции будет еще больше, потому что, естественно, коллеги, мы всегда совмещаем с общением с чиновниками и с обсуждением адресных проектов. Даст ли головная компания реализовывать это в логике Skyway Capital, либо, собственно, будет небольшое подкладывание, небольшое, даже если оно будет на 7-12 месяцев. Я считаю, что это небольшое, потому что до апреля этого года мы с вами просто обязаны реализовать арабское направление. И, как я сказал, друзья, на Екатеринбургской конференции, как мне помнится, это вызвало овации, аплодисменты. Кстати, кто с Екатеринбурга, поставьте плюсики, чтобы я вдруг не говорил здесь недостоверную, неправдивую информацию. Но фраза вызвала, что нам хватит даже в текущем режиме привлечения инвестиций на создание именно того, что задумано в первом приближении, в первых шагах, это городской юникар в арабских странах. Соответственно, насколько будет удорожение от лакшери исполнения? от VIP исполнения мы не имеем понятия, но, естественно, это не будет сделано из золота, потому что это нецелесообразно. Но, друзья, я предполагаю, что в будущем, естественно, королевские семьи, какие-то части, а может быть даже все подвижные составы захотят использовать именно как VIP исполнение с драгоценными камнями, с драгоценными металлами, как это вводится, собственно, Сейчас в этих странах, благо, у них есть на это ресурсы. И у той страны, которую в недавнем времени посетили члены правления Skyway Capital, Франтишек Solar и Владимир Маслов, ресурсы тоже огромные, и на сегодняшний день они скрыты да, Нигерия – это э, вроде как э, добыча нефти, э, и природные ресурсы там имеются, но огромная проблема, друзья, с перебоями электроэнергии. Наши коллеги это все испытали, как только они приземлились в Лагосе, в аэропорту, и, собственно, их сопровождал военный конвой до гостиницы, потому что по огромное значение уделено безопасности, так как, естественно, белые люди на территории этих стран не воспринимаются как некие объекты, цели для манипуляции, мошенничества и так далее обычными людьми, которые населяют эти страны. Поэтому безопасность, естественно, она была обеспечена максимальная. Но сразу же наши коллеги ощутили, о чем я их и предупреждал, что готовьтесь, запасайтесь аккумуляторами, заряжайте свои телефоны, берите по два, по три аккумулятора, потому что в Нигерия просто жаждет того, что продекларировал Анатолий Эдуардович еще на транспорте России 2018 в декабре прошлого года, что технология Skyway сможет вообще потреблять на свои нужды 20-30% и огромное количество электроэнергии, сгенерированных альтернативными источниками энергии, то, что будут применять наши парабские партнеры, будет использоваться уже на передачу будущим линейным городам малоэтажному строительству и всей инфраструктуре, которая находится не только внутри Skyway, но и за ее пределами. Это потрясло очень серьезно наших нигерийских собратьев, нигерийских Skywayщиков, а их было на минуточку, друзья, вот вы видите, пустой зал, подготовка конференции, то есть, казалось бы, готовится событие приезд какой-либо звезды, оперного певца и так далее. Ну, не поп-звезды, естественно, потому что все-таки сидячие места, и вот уже полностью наполненный зал. В Екатеринбурге было 350 человек. Наши африканские коллеги показали результат в 950, а временами даже курсировал народ с улицы на улицу. То есть очень много было стоящих мест, и люди действительно жаждали после трансляции на радио. То есть Этой конференции предшествовала очень интересная трансляция на радио. Обязательно это все будет выложено в наших официальных источниках. Вы увидите и перевод, и на ресурсах головной компании самые интересные моменты обязательно появятся. Но, друзья, тут опять же не соврать и не преувеличить такое количество народа на конференциях, первых конференциях. Вообще вот в Нигерии мы не видели давно. И что-то мне подсказывает, друзья, в Кот-Дивуар будет подобная ситуация, может быть не такая подобная, так как вроде как не планируется на сегодняшний день день каких-либо предварительных радиоэфиров, но э, в Нигерии э, именно жители Лагоса просто после радиоэфира выстроились в живую очередь для того, чтобы приобрести билеты на конференцию, а потом наши э, коллеги по Нигерии, наши лидеры э, вообще просто начали запускать народ, потому что народ просто Фактически ночевал, наверное, чтобы дождаться этой конференции. И многих невозможно было не пустить, друзья, потому что они просто жаждали узнать об инновации, которая может изменить и, самое главное, улучшить качество нигерийских жителей, избавить их от проблем с электроэнергией, привнести им высокоскоростной интернет. И когда мы общались с коллегами по подготовке конференции в Нигерии и в Кот-Дивар, мы заметили то, что прерывание связи. И представьте, что наше уникальное единое пространство ⁇ Транснет ⁇ Транспортная, энергетической, коммуникационной, информационной, социальной и даже финансовые возможности сети будет объединено в едином русле и внутри путевой структуры. Нигерийцы смогут получить услугу дешевой электроэнергии. А возможно, если и когда будет реализовано большое количество адресных проектов, фактически генерить будет технология Skyway, огромное количество электроэнергии. И их заинтересовала, естественно, переработка мусора, переработка гумуса, получение энергоресурсов и получение, опять же, электроэнергии при переработки э, именно отходов первичного вторичного производства потому что на экскурсию возили наших коллег э, даже на, на те мусорные свалки э, масштабом которых может позавидовать Азия друзья там это действительно боль и проблема и именно поэтому эти все люди пришли услышать эти технологии Skyway и поддержать ее и морально и материально Почему морально-материально говорю, друзья, потому что в Нигерии такая особенность и вообще в африканских странах. Кстати, я могу отметить, друзья, что сейчас вот я не вспомню конкретную фамилию человека, но он получил Нобелевскую премию, Нобелевский лауреат за системы микрокредитования не в Азии даже, друзья, а на территории африканских стран. То есть там микрокредитование было до 10 долларов и огромные потоки э, сформировались внутри этого направления. А что говорить про краудинвестинг, друзья? Краудинвестинг здесь просто предначертан судьбой и э, предначертан поддержкой огромных масс людей. Чего мы и же ожидаем, друзья? И, собственно, здесь два слоя на самом деле. Не договорил немножко. Очень богатые и очень бедные. Очень богатые, соответственно, они серьезно заинтересованы в инвестициях в технологию Skyway. Я думаю, что уже просто валом бегут инвестиции. Мы это увидим обязательно, друзья, по статистике, потому что, естественно, будем подбивать статистику. Не исключено, что... Африка, будем уже как именно такой единый континент, вырвется в лидеры и обгонит всех стран, которые на сегодняшний день лидируют. И даже Вьетнам теоретически может обогнать. Вы видите возы Владимира Маслова, и это уже такая наша традиция. Я не встречал этого ни в одной сетевой компании, хотя да, Дональд Трамп говорил, что вот если бы я потерял все, то в первую очередь я присоединился бы к достойной партнерской программе, к достойному многоуровневому маркетингу. Но, друзья, у нас в первую очередь венчурный проект и технология, который живет и дышит Анатолий Эдуардо Чуницкий и передает всем людям на планете Земля. Отличная традиция, то, что действительно к нам присоединяются бывшие чиновники, настоящие чиновники. Вот вы видите справа от Владимира Маслова, это, соответственно, также его коллега в некотором плане бывший мэр Лагоса. И в Лагосе очень интересный, вообще в Нигерии рассматривается очень интересный проект Лагоса Буджи. На сегодняшний день нигерийцы тратят примерно 8-9 часов на дорогу. И, естественно, она не такая комфортная, как хотелось бы. И технология SkyWay призвана и может решить все эти задачи. Поэтому неспроста, друзья, мы были приглашены на многие интервью, многие мероприятия. Франтишек дал рекордное количество интервью за день. В этом месяце, по крайней мере, потому что код Дивар, естественно, тоже предстоит 17 ноября мы будем вещать с Владом Волковым и эта поездка тоже готовится на основе менталитета этой страны я чуть попозже расскажу то что сейчас уже есть предположение мы были приглашены на ведущие э, телеканалы то есть видите аналог cnn именно аф африканского направление нигерийского направления франтишек там выступил и отметил кстати что э, наша коллега э, бывший государственный чиновник э, нигерийский э, с каждым интервью начинает все более и более профессионально э, говорить э, о технологии skyway но до этого он не читал э, не буклеты э, именно готовясь э, к интервью и готовясь к телеконференциям, телевизионным конференциям, которые вы видите сейчас на фотографиях. Но настолько проникся и технологии, и вещанием наших любимых, многоуважаемых спикеров и членов правления Владимира Маслова и Франтишка Солора, что стал фактически идеально уже под завершение владеть тематикой технологии Skyway. Потому что, друзья, Признать стоит, что сейчас технических аспектов, технических моментов мы можем говорить все меньше и меньше, друзья. И сейчас мы можем возвращаться в 2014 год и передавать фактически на эмоциях. И начинать адресный проект уже подключая серьезных бывших государственных деятелей. Вы помните, что Ротхук ⁇ это бывший министр транспортного департамента Южной Австралии, он присоединился. И это история, это эволюция наших стратегических партнеров. Да, в чатах пишет, что... Не будем говорить гоп, пока не перепрыгнули. В Индии тоже все радужно начиналось. Друзья, сейчас мы декларируем и позиционируем, что основное стратегическое направление – это Арабские Эмираты. И то, что мы сейчас развиваем, это будущая подготовка именно холдинговой платформы Skyway Capital, и это, естественно, будет представлено и головной компании, и без согласования с головной компанией ни один шаг по адресным проектам не будет и невозможен к реализации. Соответственно, вся эта стратегия будет представлена. Частично что-то мы обсуждали в Грузии в логике членов правления, но мы обязаны обеспечить занятие для нас всех, кто занимается построением системы венчурного бизнеса будущего, который реализуется уже в нашем настоящем направлении технологии Skyway, не побоюсь этого слова, на всю жизнь. Потому что проекты, которые будут реализовываться, друзья, их огромное количество. И мы с помощью построения системы многоуровневого маркетинга венчурного бизнеса, венчурного направления, Можем и должны заниматься этим на протяжении многих десятков лет, потому что транснет без системы народного краудинвестинга, лично, на мой взгляд, друзья, это э, фактически как человек, ну не то что с ограниченными возможностями, но без суперспособностей. Вот как раз таки краудинвестинг дает суперспособность и на ранних этапах, как мы сейчас видим, это суперспособность привлечь 40-50 миллионов долларов. И многие этим восхищаются, в том числе наши арабские коллеги, в том числе и те дипломаты, те Олигархи и корифеи своих э, инфраструктурных направлений, которые увидели этот результат. Единственное, что их э, смущает, это э, почему вначале была сделана подобная юридическая Схема именно на первых шагах, но насколько трансформировалась сейчас юридическая схема, друзья, это просто небо и земля. Я уж не говорю про Royal Capital Fund, который заработал, и не исключено, опять же, друзья, мое предположение, что в Нигерии, в Кот-Дивуар именно богатые слои населения которые понимают текущую геополитическую, текущую мировую экономическую ситуацию, что они не смогут спастись ни в приобретении недвижимости, ни в приобретении драгоценных металлов, именно, если полностью зависеть от этих традиционных инвестиционных направлениях и многие будут голосовать рублем и искать спасение в венчурных направлениях. И на наших ресурсах, которые мы готовим, друзья, это веер лендингов, мы со стороны Skyway Capital готовим. Достаточно дерзкий, свежий лендинг, потому что сейчас нужно следовать стратегии именно видения Анатолия Эдуардовича, что мы сейчас никак не стесняемся не перед нашими потенциальными конкурентами. И, естественно, мы должны действовать дерзко, быстро, потому что задачи и цели у нас действительно глобальные. И это все было озвучено и на телеканале Rise Africa, в передаче Rise Africa. Франтишек сфотографировался, очень жаль, что Франтишека, конечно, Инстаграм сейчас ну, в таком предварительном развитии, но как только вот партнеры потенциальные и на территории Словацкой республики, и Чешской республики увидели бы вот эти даже фотографии, я думаю, что новое дыхание наших европейских, словацких, чешских конференций могло бы открыться чисто даже с дистанционной проработки. И это тоже, друзья, мы сейчас уже создаем для того, чтобы нам конференции дублицировать. То есть будет дубликация. Как Франтишку уже подготовил и представил, в Африке, в Вильнюсе будет, вообще для русскоговорящих людей и для европейских наших коллег, представлена впервые в Skyway Capital прорывная революционная система дублицирования именно при взаимодействии партнеров, по работе с партнерской нашей программой и также по подготовке конференций будет дублицироваться вся система. Сейчас мы ее обкатываем, но вот наши нигерийские коллеги показали, что действительно очень серьезный ресурс это предварительные проработки по радиоканалам, радиовещания, потому что многие люди которые потенциально могут прийти на подобные события, как раз таки слушают радио. Неважно где, дома, в машине, но так или иначе услышат эту информацию, и именно поэтому была выстроена живая очередь за несколько дней до конференции. Я могу сказать, что не будь этой радиотрансляции, результат 950 человек, и именно в пик этот до 1000 доходило, потому что народ выходил, приходил. В зале было очень душно, несмотря на систему кондиционирования, потому что действительно зал... Просто пол зала ломился от того обилия от народа, которое находилось и пришли услышать об изобретении Юницкого. И, друзья, это абсолютно неспроста, не только э, ввиду того, что электроэнергия, перебои с электроэнергией, э, но и при пони понимании, что э, для того, чтобы э, вывести. Э, в новые лидеры и хотя бы э, говорите на одном геополитическом пьедестале э, со странами Евросоюза, потому что африканские страны – это естественно, естественно своя геополитическая группировка, и они несколько конкурируют. Если говорить про код Дивуар, то мне строго-настрого э, мой новый э, друг, так скажем, внезапный, к этому чуть-чуть еще попозже вернусь, который помог нам с Владом оперативно получить визы, сказал, что как только вы покажете африканскому народу и непосредственно народу Кот что они могут не зависеть от европейских государств, от, от конкретного европейского государства. Но, друзья, у нас не политический вебинар, я здесь не буду уточнять, потому что иностранцы этого э, государства нас могут слушать в переводе, не нужно их обижать. Мы, как Skyway, над политикой, и мы объединяем мир, объединять это наша работа, действительно, как слоган несколько лет назад уже родился, но друзья, они действительно желают быть независимыми и независимыми может можно быть и действительно реально стать с помощью таких прорывных технологий как Skyway. Это уже меняет ситуацию, которая была ранее по тому, что максимальный рост ВВП показывали те страны, которые находились недалеко и вблизи морских побережий, имели серьезные коммуникации и порты, именно как морское направление, авиасообщение. И с технологией Skyway абсолютно любая страна, сможет стать лидером своей отрасли. Допустим, Кот-Дивуар ⁇ это мировой производитель какао. То есть фактически какао идет, огромная доля экспорта идет именно оттуда. Представьте, мы дадим им способ, средства для того, чтобы на высоких скоростях, без всяких логистических казусов и действительно комичных достаточно ситуаций, дорогих ситуаций, неприятных ситуаций можно было на высоких скоростях реализовывать какао. Только от реализации какао можно было увеличить ВВП код DeVar, а за этим соответственно пошло бы развитие всей инфраструктуры, переработка мусора, почистка воды, потому что, естественно, эта проблема стоит, и я им расскажу обязательно о том проекте, который вообще много что в этом мире может повлиять я говорю про сибирский холод и продажу чистой питьевой воды как с территории возобновляемых природных источников как байкал с российской федерации и озеро таймыр онежское озеро ну и собственно во многих странах мира также возобновляемые источники питьевой воды в африке проблема именно загрязнения очистки воды стоит наиболее остро и мы с коллегами запасаемся термокружками, бутылками, дополнительной провизии, собственно и чистой питьевой воды, потому что эта ситуация и проблема стоит наиболее остро. И, друзья, я могу сказать, что вообще вот нигерийцы очень серьезно подготовились и были также намечены встречи, так как оплачивать наши программы наиболее удобный способ и это, естественно, плюс головной компании, то, что они готовят токенизацию, это криптовалюта. И, собственно, с ведущими банками уже будут вестись переговоры для того, чтобы инвестпроводящая система готовилась и создавалась на всех уровнях сложности, на всех уровнях безопасности и по тем юридическим э, правилам, финансовым э, канонам, которые приемлемы конкретно для этой страны. И э, рекомендую, друзья, ознакомиться всем вот с, с этими двумя замечательными видео. Обязательно мы выложим э, запись Кристиан. Отлично, наш именно менеджер по коммуникациям Skyway Capital себя оправдал и оправдал наши надежды в него он фактически за несколько дней а быть точным где-то чуть меньше чем за неделю приехал в Лагос и подготовил это событие огромная благодарность ему и собственно он вел Эту э, радиотрансляцию с ведущим э, в подготовке к конференции, это был просто выстрел в десятку и огромное количество людей пришло. Сейчас э, проблема э, заключается в том, и она уже заключалась в том, и она уже решена, то, что многие, кто присоединяется к проекту Skyway, они не с MLM, они не с каких-то партнерских программ, это обычные люди если говорить про первую категорию людей. И это очень состоятельные люди, люди предприниматели, это венчурные капиталисты, это лидеры инфраструктурного бизнеса, которые не имеют понятия вообще про партнерские программы и так далее. И Франтишек просто блестяще провел обучение. Сейчас мы будем направлять на то, что, естественно, африканский континент должен дублицировать, и Ганна нас ожидает. Друзья, всю географию африканских стран придется выучить, и что-то мне подсказывает на следующей поездке, уже на следующих конференциях, придется там на месте выделить время и получить визу уже единую для африканских стран, потому что потенциал огромнейший. И вспомните поездку Виктора Бабурина, когда, насколько Действительно, тепло была встречена концепция Skyway ведущими инфраструктурными лидерами. И многие да, признались, что в некоторых странах, например, как Танзания, Фактически государство не может, не имеет права выделять миллиарды на реконструкцию инфраструктуры на основе технологий Skyway, но частные проекты могут быть рождены и будут рождены, друзья. И мы видим в этом действительно направление. Естественно, это все будет согласовываться с нашими арабскими коллегами, потому что создана компания совместная с ними и некоторые территории мира контролируется и решается с их подачи. Это, друзья, даже не обсуждается. Естественно, все будет в этом ключе. Но мы будем доносить до головной компании, что огромный потенциал в реализации адресных проектов и только реализация адресных проектов именно их родных, которые могут решить, удовлетворить их боли, могут дать просто колоссальный приток инвестиций. И это, соответственно, та концепция, которую мы неоднократно показывали и обсуждали, концепция адресного продукта, продукта адресных проектов. И, друзья, мы сейчас готовим в плане маркетинга, в плане юридически-финансового механизма, очень интересное решение для тех, кто пожелает присоединиться к проекту Сан-Бернандино и проголосовать своей условной единицей, валютой, рублем, либо евро, либо долларом. Собственно, что будет на первых порах? Скорее всего, в логике сан бернандина не факт, что мы будем двигаться в блокчейн-логике, потому что нам нужно убедиться и дождаться, что создается единая стандартизация в блокчейн-экономике, именно головной компании. Этого сейчас мы с нетерпением все ждем. Кто-то самый нетерпеливый уже нажали на кнопку и обменяли токены, соответственно, доли на токены, я, друзья, ничего не буду комментировать по этому поводу, но могу только пожать руку. Это значит, что вы безоговорочно просто верите в технологию Skyway, и вам даже нет необходимости читать информацию, белую бумагу, OnePager и, соответственно, другие юридические документы. Вы уже это сделали, и, друзья, это действительно как бы радует, что подобная вера у нас присутствует. Но все я рекомендую дождаться э, документации, кто все-таки хочет э, почитать и осознанно сделать выбор, потому что вера это хорошо, но у нас проект венчурный и очень много здесь нужно делать э, складнокровием с логической мыслью и, соответственно, без каких-либо скоропостижных и скоротечных выводов и решений. Это, друзья, моя позиция. Я токены не обменял еще и, соответственно, дожидаясь документации, я думаю, что все будет подготовлено. Надеюсь на это искренне, на высшем уровне. И, друзья, почему я на это надеюсь? Я неоднократно это говорил. Еще раз повторюсь, сейчас я не вижу той технологии, которая вот помимо технологии Skyway может действительно приблизить мир к технологической сингулярности. Что такое технологическая сингулярность, когда в логике технологического прогресса все постепенно сливается время развития в одну точку? И просто квантовый скачок, синергия, объединение Skyway и блокчейн может дать. Я не устану это повторять, но... Если все будет сделано правильно и в достойной логике, которая при, при, примет и криптосообщество, и возможно именно в направлении Skyway придут. Опять же, если и когда все будет сделано в правильной логике, в нужной логике для этого мира и институциональные инвесторы. Потому что... Как вы видите, в криптоэкономику пока что институциональные инвесторы в Уолл-стрит не ввалили свои десятки и сотни миллиардов долларов, иначе курс биткоина уже бы улетел куда-то на луну. Это сегодня пока что не произошло. Это достойный момент, друзья. Это действительно вот эмоции, когда я говорю об этом, меня переполняет, что 3D сейчас получилось, когда я говорил, достойный вариант. Но это то, что невозможно и нельзя упускать. Это то, что долгие десятилетия и, возможно, век не повторится. Это, это начало развития мировой будущей транснациональной транспортной инфраструктурной корпорации, предоставляющей услугу, которая, э, которой нуждается весь мир, э, технология и корпорация Skyway. И технологии распределенного реестра как только кто-то улетит вперед друзья этого не повторится и вот этот синергетический глобальный масштабный экономический эффект будет ли он логики мировой экономики новой модели мировой экономики либо цифровой уже экономики это не важно но аккумулятивный эффект может получиться просто колоссальный. И, друзья, скрестим пальцы, чтобы у нас в этом плане все получилось хорошо. Ну а сейчас я перейду уже к следующему направлению, то есть это то, что предстоит, это то, что Сейчас не будет освещаться, потому что конференция еще не прошла. Но что-то мне подсказывает, в код Дивар тоже будет бешеный интерес, потому что посмотрите, что я увидел в посольстве, когда мы получали визу. То есть транспортная задача, транспортная проблема стоит у них острым образом. И, соответственно, вот эти вот виды деревьев, они уже были вырублены, к сожалению. И опять же, это применение гумуса, это возобновление подобных источников и древесины, и, собственно, отсутствие вот такой вот пагубной вырубки и транспортировка всех этих ресурсов. Друзья, кто может это решить? Естественно, только Skyway. И даже на подобные применения вопрос на самом деле в разработке в модификации технологии даже такие сверхмассивные фактически африканские такие дубы технология Skyway сможет перевозить. А что говорить, когда уже юниконты 20-40 футовые и так далее были реализованы в плане стандарта мировой будущей транспортной логистики. С нетерпением ожидаем конференции в Код Дивуар. Друзья, это, я думаю, что будет более чем жарко. Сейчас уже фактически подступает декабрь. Естественно, нас с вами ожидают приятные новогодние сюрпризы, и головная компания их готовит, и мы как Skyway Capital. Обязательно вам своевременно об этом сообщим. И я могу сказать что-то, мне подсказывает, что этот месяц по африканские коллеги нас очень сильно ускорят в развитии нашего направления привлечения инвестиций. Ну а мы, в свою очередь, будем развивать в виде конференций, в виде уже скайп-переговоров с лидерами, в виде построения системы дубликации, потому что, друзья, многие просто не имеют понятия, как развивать партнерский бизнес. И очень много людей приходят именно с традиционной предпринимательской сферы, бывшие чиновники и просто люди, которые никогда этого не делали мы им расскажем, и будет э, мощный эффект э, синергии э, технологии э, системы краудинвестинга, которую создал в 2014 году и вывел на мировой рынок Анатолий Эдуардович Юницкий. И, естественно, уже адресного продукта. Без адресного продукта подобные страны, э, друзья, они, да, будут инвестировать некоторые средства в головную компанию, но видя то, что... Головная компания может закрыть э, в этом либо в следующем году в любой момент э, прием инвестиций, потому что такой нужды не станет. Они думают и жаждут своих адресных проектов. Какая будет реакция головной компании? Лично Антоль Эдуардовича Юницкого. Друзья, мы со своей... Э, именно проработки, вам обещаем, что максимальные усилия будут приложены для создания адресных продуктов для этих стран. Ну и параллельно сейчас развивается в США неспешно я могу сказать, что очень благоприятный климат для развития именно в плане применения блокчейн экономики, потому что там штаты Невада уже приняли определенные законы, еще пять штатов приняли, и уже это веер действительно следующий эшелон штатов принимает, потому что они видят в этом огромные перспективы. Ну и что говорить, если СЭК, финансовый регулятор США уже принимает стандарты, как реализовывать ICO и как выпускать токены регуляция и стандартизация блокчейн экономики не за горами и друзья я думаю что мы на этом пьедестале подсчета также будем опять же повторюсь если все достойно и правильно будет реализовано вот такой вот африка вебинар получился, друзья. Чего-то, возможно, я не успел сказать, но мы ограничены временем. Обязательно и Франтишек расскажет, и Владимир Маслов. Франтишка я не стал приглашать, я думаю, что вам достойно передал информацию, которая произошла в этом замечательном государстве, в, этом замечательной, в этой замечательной стране. По традиции от 1 до 10 поставьте, насколько вы оцениваете качество информации, именно информация, которая мною лично была передана на этом вебинаре. Естественно, будем улучшаться. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету, дай дорогу развитию в африканских странах. Друзья, если вопросы, готов ответить. вопросы, коллеги. Когда же переход на следующий этап будет объявлено? Еще вопросы, коллеги. Используйте эту уникальную возможность, готовьте вопросы, в конце вебинара вы сможете их задать. Да, Skyway Capital готовит и уже подготовила как правильно развить партнерский бизнес. Мы строим систему, друзья. Это система именно венчурного, как то я называл, система построения крупносистемного бизнеса. То есть именно в больших масштабах система развития венчурного бизнеса. И это несколько отличается, естественно, от традиционных MLM схем весь опыт будет дублицироваться. Так, что будет построено в Эмиратах к апрелю? Коллеги, на этом я не останавливаюсь, потому что все было озвучено Анатолием Эдуардовичем в курсе на восток. Сбрасываю ссылку. Да, естественно, Ольга, будет перевод выступления Франтишка по партнерской программе. Ну, это будет изначально вообще на русском в Вильнусе. Вот уже, собственно, чуть больше 10 дней осталось до этого события. перспективы китайского шелкового пути. Шелковый путь будет нового образца, и, естественно, Skyway сейчас забивает самые выгодные места. Стоит понимать, друзья, что под айсбергом направления адресных проектов скрыта огромная часть, которую мы не видим. Вот то, что мы показываем, это лишь маленькие крупицы по сравнению с тем, что готовит отдел Кирилла Бадулина. Я обязательно рекомендую, друзья, вам быть в курсе новостей. В этом вебинаре у меня не было времени это осветить, но свои люди Skyway. Это действительно открытая, честная информация о тех людях, которые не сходят с дистанции, несмотря ни на что, и развивают ЗАО струнные технологии. О Кирилле Бадулине также там упомянута и большая статья. Коллеги, вопросы, вопросы. Так, вопросов нет. Я искренне рад, друзья, что у нас не снижается количество а, участников на вебинаре, несмотря на то, что изменяется состав а, и различные ситуации как бы приключаются. С маркетинговыми инструментами, которые мы готовим, и будет обучение обязательно и по Инстаграм, и по ВКонтакте. А, дайте нам возможность сейчас выкатить новый сайт, потом, соответственно, а, до конца этого года новый дерзкий лендинг и другие лендинги будут предоставлены. И, соответственно, мы будем черпать информацию уже вне нашего круга общения, потому что многие стесняются это делать, но в виртуальном пространстве это намного проще делать. Этому будем обучать. Коллеги, благодарю за внимание. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир транснет. Ну а я